Друзья, всем привет! Вы на канале «Мой сад, моя гордость» и с вами Елена. Друзья, хотела вам сегодня показать, чем я сегодня занималась. Сегодня я занималась, сын мне помог, конечно, выкопали мы картошку свою, накопали мы 15 ведер. У меня напротив дома небольшой такой участочек. Конечно, картошка не акти. Сидят у нас там березы и, конечно, все вытягивают. Но, в общем, что накопали, то и накопали. Будем довольствоваться тем, что есть. Я, в принципе, не расстроилась. В любом случае, картошку мы будем покупать еще. То есть сейчас я отсортирую ее мелкую, совсем мелкую я отдам соседям. Там они гусей держат, в общем, съедят. Что хотела сказать? Хотела сказать, что картошку я обрабатывала перед посадкой от колорадского жука. В принципе, я осталась довольна. Довольна тем, что на самом деле колорадского жука у меня не было. Но препарат называется «Престиж», и я была довольна этим престижем. Что касается, я ложила в луночки препарат «Правотек», по-моему, или «Правотек». Ну вот «Правоток» или «Правотек» называется. В общем, от проволочника, друзья мои. И я хочу сказать, что я недовольна этим препаратом. Почему? Потому что картошка у меня, в принципе, вся поеденная червями. Не знаю, сейчас как вам показать. Сейчас найдем. Ну, в общем, сами видите, да? В общем, картошка поеденная. И поеденная, прямо много поеденная. В общем, я недовольна препаратом вот этим. Так что, друзья, не покупайте этот препарат не потому, что я там хочу прорекламировать или что-то. На самом деле это все ерунда. И ничего не помогло. Вы посмотрите, посмотрите, что. Вот, естественно, такую картошку я даже и складывать не буду. Я ее сейчас всю соберу и отдам вот соседям, соседским гусям. Вот. Вот такая вот картошка. Сейчас отсортируем, что там хорошее. Сейчас спустим в подпол. Что порезали мы? Порезали мы картошку, конечно. Есть резаная картошка. В первую очередь съедим. Вот. Ну, в общем, вот такой вот у меня урожай в этом году. Хотя нынче покупала я еще навоз. Раскидывали, все это перепахивали. И, в общем, вот такая вот картошка. Ну, в принципе, я... Еще раз говорю, конечно, я не такой огородник, да, по картошкам, по луку и всему прочее, но тем не менее, конечно, я стараюсь, у меня и картошка вся ухоженная, и все, то есть я это все делаю, все. Может быть, еще и семена такие, но я думаю, что все равно березы, они свое дело делают, в общем. И спиливать нельзя, как бы получается, что это... чужие березы, да, и это либо разрешение надо брать спиливать березы, то есть вот так. Поэтому, ну вот так, вот так, вот такой небольшой вам обзорчик, друзья, моей картошки. Вот. Как говорится, что послал Бог. Ну, послал Бог вот 15 ведер, из которых я сейчас отсортирую. Я думаю, что ведра 2, а может быть и 3, уйдет гусем. Вот так вот. Вот такие вот ведра. Обычные. Обычные ведра. Вот такие строительные. Вот такие ведерки мы набрали. В общем, кому был интересен мой ролик, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки. В общем, хорошего вам урожая, чтобы вы хорошую-хорошую картошечку себе собрали. В общем, и, друзья, до новых встреч. Пока-пока. Я вас всех люблю.